завершаю свою трилогию «Ретро-звучание», «Туманы», 7-19-90. Я еще по припеву подумаю, как адаптировать «Не жалей», так чтобы она еще выше была. Потому что да, сейчас она чуть-чуть типа там да, может быть, типа да, типа пойди наверх. Вы находитесь в студии Макс Ударств. Да, я люблю обычно наращивать как можно больше инструментов. Делать такой огромный гамбургер из звуков, а потом уже выбирать. Да, был достаточно эгоистичный в плане создание музыки. Все хотел сделать сам, всему научиться сам. Я был открыт, вот даже то, что ты сейчас камера стоишь, ты меня бесишь. Ладно, шучу. Я как-то начал выходить из своей ракушки, решил создать вокруг себя команду людей. Хочу понять, кто сможет меня прочувствовать. У меня начиталась одна песня «Не потеряй», которую мы заявили когда-то в альбоме 7 маленьким кусочком, и она так и не вышла. Но она не вышла, потому что она ждет своего времени определенного. Она не вписывается ни в концепт альбом, хотя может ее вставить в альбом. Она была прикольная, давай послушаем ее. Сердце не любить, не прикажет. Премьера на этой сцене. Небо льет дождем. Так и не решусь. Может, ты поймешь, потерявший. Может, ты еще сумеешь меня вернуть. Что ж помнишь ты? Мне тут порно сайты открыто. У меня дома всегда какие-то шмары есть. Именно поэтому у меня получается писать песни. Вот посмотрю на нее и думаю, ну что ж. Ладно, шучу. Я знаю с самого первого класса. Мама, помогите. Смотрите на руке, смотрите на руке. Мы с ней сидели, дурачились. Он не знаю, я все время смешил. Я выхватывала постоянно. Он из класса, Нейтис. И мне так было грустно смотреть, как она уходит. Свои первые стихи я написал в 12 лет. Это, наверное, было раньше, чем я делал музыку. Мне всегда хотелось найти какого-то исполнителя или дать кому-то эти песни, кто бы мог спеть. Но в глубине души я всегда хотел это сам сделать. Но я понимал, я же не певец. Пока дома никого не было, я сильно там стал, что пел. Но я не могу же себя оценить, я не могу послушать, типа душа пела, да и пел себя. Потом один раз там моя сестра пришла домой раньше времени, а я не услышал. Я все время закрывался в зале, у меня было шоу в самом разгаре. Мне уже вручали Грэмми за мое исполнение. Я там уже упал на пол, держал высокую ноту. Моя сестра приоткрыла дверь. Вот. И увидела меня поющим, я увидел ее, и мое шоу рухло в секунды. Ну и она меня заставила, чтобы я исполнил все это шоу, повторил его для нее.
Вот, и он сказал, как ты хорошо поешь. Сейчас же новый человек, у меня новая жизнь, я занимаюсь спортом, я медитирую, я планирую записаться на йогу, я зажигаю эти вонючие палочки. А самолет мой в небо улетает. Мы сегодня летаем в воздухе на вот таком маленьком самолете. Надеюсь, мы с вами еще увидимся, и у меня будет время запустить это видео. Но я вернусь когда-то, обещаю. Ведь в этом мире невозможно без любви. Ты жди меня только. Нормально ты налез? Под льдом или под планом, и по крышам и секунд. Мы водою из-под крана разбавляем молоко. Ты подходишь мне под образ, я тебе под жесткий секс. Строим домики из пола, мы строители небес. С этим с ума приближением, глаз меня ты не отвонишь. Я пойду на преступление, если ты меня попросишь. Это все уже серьезно, как всегда с тобой на грани. Если все узнают все, то мир, наверное, нас забанит. Никому тебя больше не отдам. Все расставлю своим местом. Я люблю вот сохранять какую-то свою энергию. И мне для этого нужно создавать это пространство вокруг себя. Алый закат нам помнит о нас. Уходить иногда в эмоцию определенную. Могу даже поплакать иногда, если какой-то такой эмоциональный трек. Не забыть цвет твоих глаз. Иногда это бывает смешно, когда я записываю голос и понимаю, что типа хнык происходит какой-то дурацкий. Мне приходится останавливать дубли, заново его переписывать. Да хватит, что происходит? Говорил себе сам себе. Через время я понял, я осознал все, что потерял. Меня подключили, или ты сможешь? Не, я-то подключу. Я не понимаю, какой это канал у тебя. Просто тоже. Вот, ну-ка. Давай посмотрим. Ведет в input, правильно? Какой-то input, но я не знаю, что это за input. Ночь, кафе удалось. Прозрачные футболки рисуешь мои мечты. Она не убирала мелодию твоего сэмпла, допустим? Не, пусть убирает, не сы. Но мы так бесконечно влюблены. Бэу! Ты танцуешь, вокруг тебя кружится земля. Я подбираю выражение, чтобы спросить тебя. Вот этот хвост я оставил специально, чтобы тебе сказать, что ты его, ну, обрезаешь спокойно, если он тебе нужен будет. Думаю, этого достаточно. Подходит. А что остановился? Что он там же дальше был? Та-да-да. Да, давай там. Вам достаточно. Спасибо тебе большое за игру. Было хорошо. Напомни мне в следующий раз, чтобы... В следующего раза не будет. Все, мы пишем
одну из главных песен альбома 1990, называется «Армагеддон». Еще раз плохо. Я что-то чуть-чуть теряюсь. Я никому не скажу. Я никому не... Еще раз. Блин. Я никому не скажу. Я никому не скажу. Никому не скажу. Когда мы... Еще раз. Давай припев. Аж соски встали. 9 октября слушаем мой новый альбом 1990. Каждая песня написана душой. Я надеюсь, ты это прочувствуешь. Армагеддон. Самолет мой в небо улетает, тебе оставив только взлетные огни. Но я вернусь когда-то, обещаю. Не говори мне никогда, кто был с тобой. Не отдам, я все расставлю по своим местам. Почему ты такая красивая? Почему на тебя запал? Я не знаю, как остановить тебя. Меня несет в твой океан. А может, наивна, ты так наивна. Но я хочу сорвать все звезды для тебя, все звезды для тебя. С неба наивна, эти пустые глаза.